Финансовая поддержка и снижение административных барьеров. Сегодня на базе агропарка прошел форум для субъектов малого и среднего предпринимательства «Старт-2021». Каждый из представителей бизнеса Карачаево-Черкесии принял участие в различных мастер-классах и семинарах. На форуме предпринимателей побывал и наш корреспондент Алихан Левшоков. Это уникальная площадка для тех, кто готов реализовать свои бизнес-идеи и получить необходимые знания. Форум предпринимателей собрал представителей бизнеса различных сфер. Также это прекрасная возможность получить консультацию от федеральных спикеров. Организатор уверен, что такое тесное взаимодействие позволит повысить грамотность наших предпринимателей и решить в тесном диалоге их насущные проблемы. В рамках данного форума предусмотрена работа 4 секций. Первая секция – это туризм. Далее легкая промышленность, народно-художественные промыслы и секция агропромышленного комплекса. В рамках каждой из секций запланировано проведение круглого стола, в рамках которого планируется обсудить насущные проблемы каждой из отраслей, которые посвящены данной секции. И кроме того, планируется выступление федеральных спикеров и экспертов с определенной тематикой для обучения наших предпринимателей. В секции «Народные промыслы» была организована небольшая выставка работ местных мастеров. В рамках форума участники могли получить богатый багаж знаний от различных федеральных спикеров и, возможно, именно здесь реализовать свой новый бизнес-план. Так, бизнес-тренер, директор Академии гостеприимства Наталья Вестунова провела мастер-класс «Индустрия гостеприимства. Потенциал и перспективы развития» в секции туризма. Она подчеркнула, что в Карачаево-Черкесии есть огромный потенциал для развития туристического сервиса. И очень важно на территории республики провести подготовку специалистов в сфере гостеприимства. Безусловно, ваше гостеприимство является вашей неотъемлемой частью. Самое главное, чтобы это гостеприимство конвертировалось в систему сервиса, чтобы единые стандарты пришли в отрасль, чтобы гости республики понимали, куда они приезжают и получали наивысший уровень сервиса. Главным результатом сегодняшней встречи должна стать выработка планов конкретных действий по достижению качественно нового уровня сервиса. Мы здесь получим не просто знания ведения бизнеса, но и знакомство со специалистами, которые позволят нам улучшить наши бизнес-проекты, отмечают участники форума. Мой бизнес организовал вот этот форум, привели сильных спикеров, и я думаю, проблемы с нехваткой кадров и развитием будут решаться, как раз таки благодаря тем знаниям, которые мы здесь получим. Лично я сюда пришел, чтобы познакомиться с теми ребятами, которые решили продвигаться именно вот в этих областях, что касается и туризма, и легкой промышленности. После форума каждый из участников получит сертификат, будут разыграны призы и объявят победителей конкурса «Предприниматель года 2020». Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.